Всем привет, пацаны! Сегодня я покажу, как зайти в европейский Warface. И так, заходим на сайт GFACE. Вот он, главная страница. Так, вот мы зашли на него. Для получения запроса пишите свой email, нажимаете send. Все. Вам придет на почту письмо с под. Через 2-3 дня вам придет то, что вы можете участвовать в этой игре, но можете не прийти. Вам, если для начала, когда вы только зарегистрировались, вам должно прийти вот это, то, что они получили запрос, то, что вы хотите играть в этот Warface. Так, потом через 2-3 дня вам придет вот такое письмо. То, что все, вы участвуете в этом Warface, и все задаются вопросом. Им пришло такое письмо, но они не знают, что им с ним делать, и как же зайти в Warface. Нажимаем на это, Play Warface. Вот. Вам открывается регистрация. Пишем свой ник. Вот. Ну, любой ник пишем, без разницы. Тут пишем пароль. Вот, написали, все. Написали свой пароль, нажимаем галочку, нажимаем Sign Up. Все. Вы зарегистрировались, но еще не совсем. После как вы зарегистрировались, вам придет второе письмо с подтверждением имейла. Вы нажимаете сюда. Все, вы зашли. Вам ваша учетная запись активирована. Нажимаем войти и пишем свой имейл и пароль. Все. Вы зашли. Вот и все. Вы зарегистрированы. Нажимаем Play Warface. Вот и все. Вы можете зайти на Европу или в Северную Америку. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.